14 матчей. Перехватили наш мяч. Сулейманов отдал на фланг Герчику. Тот еще дальше. Выход к воротам. И, увы, Носков. Вперед. Халявский получает мяч от Сулейманова. Идет вдоль поля. Отдает Герчику. Но Герчику пора включиться уже. Уходит он от двоих соперников. Очень хорошая подача. Удар головой в ближний угол. Вратарь отбивает удар Наумова. Точно играет слишком часто сейчас в первом тайме. Никитенко ввелся в чужую штрафную, в подкативание мяч, простите, это Носков как раз, подкативание мяч выбивают, но недалеко. Наумов ждет. Наумов кому отдать, отдает Халявскому, играет с ним. Халявский в штрафной, будет удар, вот удар по воротам, ближний угол, все правильно Халявский сделал. На левом фланге они поочередно оказываются на месте левого инсайда и тут играют в стенку, и это очень опасно. А это Герчиков проходит в штрафную, очень опасно, прострел вдоль ворот, Носков, ну конечно, Носкову мешали сзади пробить, в упор стоять в ворота, но так или иначе он упал, фала нет, прострел Наумова, снова на Носкову, защитник в подкате мяч в отчаянном выбивает. Еще два очень острых выпада нашей команды. И вот ответ ФШМ. Удар по воротам. Рубизов ловит мяч. Позже встречать наших. Где-то уже в середине поля, но тем не менее. Наумов обыграл неплохо одного. Пытается обыграть еще нескольких. Дает Павленко совершенно верно. Дорофеев пошел. Отдал опасно. Герчиков так ближнюю. Отбирают снова наш мяч. Наумов на Герчикова. Герчиков уже другого фланга. Но надо обыгрывать Герчикова. Он пробрасывает себе мяч. Заработает угловой. Нет, идет дальше к воротам. Удар. Точнее, прострел вдоль ворот. Защитников я. Павленко, Сулейманов. Герчиков пытался развернуться. Дорофеев прострел. Защитник выбивает мяч, но недалеко. Удар в перекладину. Это бьет Никита Шиндяпин, а дальше офсайд и желтая карточка будет. Штрафной. Удар по воротам, очень опасно, мяч попадает в перекладину. Рубизов ошибся. До конца этого матча. И контратака ФШМ. Очень опасно. Выход к воротам. Прострел. Еще более интересный момент. И Рубизов отбивает ближний угол. Направлял совершенно свободный футболист ФШМ мяч.